Добрый день, друзья! Я рад вас приветствовать на моем канале. Сегодня у нас будет небольшая распаковочка, и мы сегодня посмотрим на такую веб-камеру. Распакуем ее. Знаете, у нас долгое время не было веб-камер в продаже, и я пытался приобрести веб-камеру, но, наверное, из-за карантина не видел и не находил. И вот недавно появились веб-камеры, наконец-то, и я приобрел эту веб-камеру, и сейчас мы с вами ее распакуем. Ссылочку на магазин, в котором я ее приобрел, я оставлю под этим видео. Это магазин «Эльмир» в Харькове. И это не моя первая покупка в этом магазине. В принципе, очень хороший магазин. Всегда все хорошо отвечают. Хорошее обслуживание. Итак, давайте посмотрим, что это за веб-камера. Я купил ее не очень дорого, но она довольно-таки хорошая по характеристикам. Мне понравились характеристики, которые в этой веб-камере, но как она будет еще в деле, я не знаю, поэтому об этом напишу вам, наверное, в комментариях. Итак, системные требования здесь Windows 7, 8, 10, также Mac OS и Linux. Что умеет делать эта веб-камера? Она умеет снимать в разрешении 1920 на 1080. А также полностью Full HD и видеозвонки, видеоконференция 1280 на 720 пикселей. Кроме этого, здесь есть встроенный микрофон цифровой и также High Speed USB 2 рекомендуется. И еще также не нужны никакие драйвера. Если вы работаете под Windows 10, все должно сработать, система Plug and Play. Поэтому давайте сейчас разберем, посмотрим, что у нас в коробочке находится. Такая вот интересная упаковка. Открываем. Здесь у нас получается веб-камера. А здесь у нас... И здесь есть у нас инструкция, как ее устанавливать. В общем, можем ее почитать. Кроме этого, здесь в наборе клипса такая, которая позволяет закреплять эту веб-камеру на экране монитора или на экране ноутбука, можно сказать. И кроме этого, то, что мне понравилось, можно эту веб-камеру устанавливать отдельно на штатив. Вот здесь есть такой специальный переходничок. Итак, кроме этого, в комплекте мы видим USB-провод, с помощью которого эта веб-камера подключается с двумя джеками, с двумя разъемами. Итак, достаем веб-камеру отсюда. Ну, давайте попробуем ее достать. Вот она у нас. И можем здесь ее установить. Таким образом ее можно будет закрепить. Необходимо немножко, наверное, здесь аккуратно приложить усилия. Вот здесь у нас вставляется вот в этот разъем вот провод. И, собственно, подключается он к компьютеру. Таким образом, я думаю, что я буду доволен этой камерой. Буду делать прямые эфиры. И вы сможете посмотреть ее в действии в одном из моих следующих прямых эфиров. А пока спасибо вам за просмотр, понравилось видео, подписывайтесь на мой канал и до новых встреч в новых видео.